Об этом трудовом подвиге чувашского народа долгое время молчали. Архивы были засекречены, а сами участники строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей не любили говорить на эту тему. О том, в каких нечеловеческих условиях старики, женщины и дети рыли окопы и возводили блиндажи, сегодня тысячи школьников Чебоксар рассказали учителя на уроках истории, биологии и музыки. Но задача какая была? Остановись! Правильно! И тогда даже не те, которые воевали, даже не те, которые были солдатами, а простые мирные люди, которые жили в тылу, должны были защитить свою родину. Стали рыть противотанковые окопы. И вот посмотрите, сколько людей. На грандиозную стройку была мобилизована треть трудоспособного населения Чувашии. Ежедневно, даже в жуткие морозы, на рытье окопов и траншей выходили до 110 тысяч жителей республики. В основном это были старики, женщины и дети. Копали мерзлую землю всем, чем придется. Кто ломом, кто лопатой, а кто и руками. Рабочие смены длились по 15 часов, а иногда и больше. Таким образом, с октября 41 по январь 42 годов жители Чувашии перелопатили 380 километров почвы, вырыв вручную в общей сложности 5 миллионов кубометров земли. Обо всем этом сегодня школьникам рассказывали учителя на уроках истории, музыки, технологии и географии. Интересно было узнать, что люди Чувашской республики в военное время трудились не только на заводах и предприятиях, но и на строительстве оборонительных сооружений. Строительство проходило в тяжелейших условиях. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками, которые приложили все свои силы ради нашего светлого будущего. У старшеклассников задания были посложнее. Помимо исторических фактов, на уроке биологии ребята исследовали состав почвы тех мест, где шло строительство окопов. А на уроке истории рисовали карту прохождения Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Трепет есть у каждого ребенка, потому что, в общем-то, событие посвящено труженикам тыла, и у многих из них родственники, в том числе бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки, участвовали в строительстве этих оборонительных рубежей. Многие из них изучали историю своей семьи, и, конечно же, дети прониклись этим вопросом и сейчас делают проекты, которые в том числе будут защищаться и представлены на суд других учащихся. Такие уроки в чебоксарских школах проводятся не впервые, а в ближайшие годы подвиг строителей Сурского и Казанского обводов будут прославлять и дальше. Уже намечено строительство памятника, а также проектируются туристические маршруты по этим местам. Напомню, следующий год глава Чувашии объявил годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Погрузиться в события Великой Отечественной войны, прочувствовать героическую атмосферу того времени и в буквальном смысле погрузиться в большую стройку можно будет и на мультимедийной выставке «Жизнь», которая откроется завтра в Чувашском государственном театре оперы и балета. Экскурсии планируется проводить в ближайшую неделю ежечасно с 11 до 18.00. Отмечу, 29 и 30 октября, а также 2, 3, 5 и 6 ноября выставка будет работать для учащихся школ республики. А 31 октября, 1 и 4 ноября экспозицию смогут посетить все желающие по предварительной записи по телефону, который вы видите на экране. Екатерина Храмкина, Семен Антонов, «Вести Чувашия».